Детей по завышенным ценам кормили в дошкольных учреждениях Кустанайской области. Нарушения выявили в двух ясли-садах Карабалыкского района. Как выяснилось, в ходе прокурорской проверки частные предприниматели, которые занимались организацией питания на основании договора о государственных закупках, в своих расчетах указывали неверные расценки. Нарушения устранили после вмешательства надзорного органа. При формировании размера родительской платы в детских садах учитывались расценки на продукты питания по завышенным ценам, а отдельные продукты вовсе не закупались. По акту прокуратуры района указанные нарушения устранены, расценки изменены. Размер родительской платы снижен на 2000 тенге, тем самым защищены права 306 родителей.